А мы в Дубровине всего месяц. Мы это кто? Я папа, младшая сестренка. А мама? Мамы нет. Она умерла 5 лет назад. Извини, я не знал. Ты знаешь, у меня тоже папы нет. Да. Он нас бросил когда-то давно. Но сестра у меня тоже есть, только старшая, вот. И мама. А кем у тебя мама работает? У меня папа врач. Да, у меня мама тоже медсестра. Вот. А как тебе вообще в Дубровине? Ты знаешь, не очень. Не очень? Видела местную школу. Очень унылая. Я просто в 11 класс перехожу. С будущими одноклассниками вообще не о чем разговаривать. А ты местный? Я? Да нет, я тоже, так знаешь, на каникулы приехал. Отдохнуть. Очень устал? Ну, как бы да, ведь второй курс автодорожного колледжа закончен. Взрослый. Да, только почему-то моя мама так не считает. Ровно как и мой папа. Жму руку. А я вот аниме увлекаюсь. Да, я вижу. Да? Но мне нравится. Ой. Все, пойдем. Так, давай резинку. Ага, сейчас. Оп. Ну, папа. Чего? Не получилось? Нет. Ну, слушай, так сложно делать. Мне кажется, прободную язву вообще переживать. Ой, где ты только взяла этот калашок? У мамы. А, да, точно, как у мамы. Ой, а Юльку уже ухажер провожает. Где? А где? Опоздал. А кто это был? Понятия не имею. А что ты волнуешься? Ты же всегда говорил, что Юлька у нас умненькая и благоразумненькая. Да, как Буратино. Ой, какой красивый колосочек у тебя. Слушай, а давай, может, пострижем тебя? На лысо? Нет, ну зачем на лысо? Покороче просто сделаем, чтобы косичку не заплетать. Круто отмазался. Время уже 8:30, его все нет. Город незнакомый, где он ходит? Да носится с планшетом где-то. Это же Ваня. Вот еще вам нашла. Думаю, то, что нужно. Спасибо большое, Ирина Михайловна. Ой, вон Молли бы поела. Знаете что? Привет, девчонки. Ирина Михайловна, знакомьтесь, это мой сын, Иван. Здравствуйте. И вам не хворать. Это хозяйка? Хозяйка, где ты был? Как где был? Я выяснял насчет планшета. Ну и что? Отремонтировать можно, но это стоит штуку баксов почти. Вот, и очень долго ждать. Вот так. Ваня. Ау. А ты что с лицом? Что с лицом? Ты сияешь, как самовар. Ну и что? Так, а Калис чего такой довольный? Да, что ж ты довольный? Ну, довольный. Да, я же встретил просто девчонку одну. Вот. Девочка. Юлей зовут. Очень хорошая. Девочка Юля. Девочка. Ваня. А? Мы все понимаем, что мы здесь ненадолго. Ну и что? Не нужно заводить новых друзей. А. Вот, вот. Все, скажу. Так что это наш новый дом, да? Да. Машину Анны пока не нашли, но наш подполковник уверяет, что это дело буквально нескольких дней. Очень нужна фотография этой Анны, чтобы разослать ее по всем отделениям полиции. Вот. Ну, так найди ее. А где? Да где угодно. В соцсети.
Родственники, друзья. Кстати, ты нашел кого-то? Из родственников у нее только сын и дочь. Дома они не появлялись, так что, думаю, забрала их с собой. А бывший муж давно за границей. Ну, это я без тебя знаю. Проработаю, значит, коллег и друзей. Только аккуратно не спугни. Ну, помнишь, у нас мало времени? Да. Где распечатка звонков с телефона Анны? Обещались сегодня-завтра. Полина, ты ведешь себя по меньшей мере странно. Какого черта ты вьешься вокруг нового главврача? Да ничего подобного, Андрей Михайлович. И вообще, я же женщина свободная, вот и поступаю так, как считаю нужным. Да? Да. А вот я так не думаю. Ой, извините. Полина, мне нужна история болезни Смирнова. Немедленно. Хорошо. Сейчас принесу. Видала парочку. Полина давно пытается женить на себе нашего заводилина. Но он только с ней спит. На большее не готов. Мне показалось наоборот. Нет. Это он злится, что его не назначили главврачом, когда Павел Саныч ушел на пенсию. Таранец – отличный гастроэнтеролог. Работает врачом 15 лет и был уверен, что должность его. Но в облздраве решили по-другому. Прислали своего человека из столицы. А он кто? Он вдовец. У него двое детей. Он такой замкнутый и постоянно всем недоволен. Бывают такие люди. Да. Лиза, кофе будешь? Ой, я кофе как-то не очень. А чай? Ну, чай можно. Есть зеленый? Да, конечно. Слушай, а может, сходим сегодня вместе куда-нибудь потусить? Нет, я сегодня не могу. А завтра? Завтра можно попробовать. Добрый день. Здрасте. Чем я могу вам помочь? Мне нужно изготовить афишу для лекции по истории костюма. Я по адресу пришел? Вполне. История костюма – это, наверное, очень интересно. Вы совершенно правы, милая леди. И надеюсь, убедитесь в этом сами, когда посетите мою лекцию. Я вас приглашаю. Спасибо. Я с удовольствием. Но для начала нужна афиша. А скажите, что бы вы хотели, а я могу предложить вам варианты. Я вам все расскажу. Я не представился. Олег. Робот Олег Владимирович, преподаватель истории Дубровинский швейный колледж. Повезло, наверное, вашим студенткам. Ну, я не знаю, но обязательно спрошу у них об этом в следующий раз. А вас как зовут, принцесса? Елизавета. Лиза. Ну что, приступим к обсуждению? А, простите, пожалуйста. Расскажите мне, пожалуйста, какой бы вы хотели видеть афишу? Содержание, цвет, наполнение. Вот, флешка, ну вся информация. Значит так, у нас в отделении всего три врача. Про заводделение я тебе рассказала. Потапов. Это тот, который пониже. Этот бабник не пропустит ни одной юбки. А при Овсиенко, который с бородой, вообще не болтай лишнего. Он может тебя в любую секунду подставить. Какие у вас шекспировские страсти здесь? Так хуже. У нас все дружат против всех. Почему? Знаю. Жизнь такая. Или люди такие. Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте. Добрый день. Познакомьтесь, это наша новая медсестра. Анна Величко. А я вас не сразу узнал. Да, кстати, ваше вчерашнее предположение оказалось верным. У детей корь. Хорошо, что мы по вашему совету изолировали их от остальных, а в детском саду объявили карантин. Спасибо вам. Не за что. Значит, я все-таки что-то доумею? Простите, я бил себя по-хамски там в кафе, а потом вчера вечером. Это вы меня извините, просто
Я понимаю. Да, всего хорошего. Ну ты даешь, подруга. В смысле, это кто? Это же и есть наш новый главврач. Максим Александрович Корский. Ты же не думай. Полина тебе все волосы повыдергивает. Ничего. Подожди, у нее же отношения с завотделением, с Таранцом. И что? Главврач круче, чем завотделение. Разве не так? Пойдем. Кто выигрывает? Пока ничья. Николай Соболев. А вы новенькая? Что это у вас? Ну так, аллергия. Вроде бы пустяк, но такая лютая, что я чуть не помер. 2 недели провалялся дома с температурой под 40. А теперь вот воспаление легких заработал. Когда болели, врача вызывали? Не, от нашей Калинки-малинки толку ноль. Это кто? Участковая наша. У нее один ответ на все случаи жизни. Калина и малина. Ну, иногда парацетамол. Соболев, вещи свои собирайте, пожалуйста. Будете в другую палату переходить. Как в другую палату? Зачем? Вас пока никто никуда не переводит. Анна, можно вас на минутку? Добрый день. А что происходит? Я посчитала нужно. Что значит «я посчитала нужно»? Вы с каких это пор? Кого-то куда-то переводите, м? Дело в том, что, скорее всего, Соболев переболел корью. Mm-hmm. И с момента начала заболевания прошло не так много времени, судя по всему, он еще может быть заразен. Так что на всякий случай его лучше изолировать. Кроме того, у нас, скорее всего, еще будут заболевшие. Вы врач? Что? Я спрашиваю, вы врач? Нет, я медсестра. Ну так будьте добры, займитесь своими непосредственными обязанностями. А лечить людей и ставить диагнозы оставьте дипломированным врачам. Угу. Я вас больше не задерживаю. Полина Борисовна, зайдите ко мне. А к машине, поди, отец приучил? Да, по-всякому был. А где сейчас он, твой папа? Папа? Да. Да, папа с нами не живет. Давно? Порядочно. А вы, значит, к нам на отдых приехали? Ага. Откуда, я забыла? Ёлки-палки. Что? Я ведь забыл совсем. Да ведь мама в магазин попросилась бегать. Он ведь за углом, да? Да, да, да. Извините, пожалуйста. Да. Спасибо. Что тебе известно про это величко? О, а что именно тебя интересует? Ну, вроде как не замужем. Такая мне разница, замужем, не замужем. Где она работала? Почему уволилась? Да откуда я знаю? Мы не обсуждали с ней это. Ну так обсуди. Хорошо. И этого пациента Соболева из третьей переведи в отдельную палату. У него есть подозрение, что корь. Корь? Откуда? Так у него же воспаление легких. Ты будешь спорить или сделаешь, как я сказал? А, поняла. Это тебе величка про корь насвистела, да? Тоже мне нашего великого диагноста. Мне никто ничего не свистел. Я сам в состоянии поставить диагноз. Иди и делай то, что я тебе велел. Слушаюсь. Здрасте. Чего надо? Здрасте. Да ничего, просто у нас подобное чудо автотехники. Мерс 79-го года. Ехали в отпуск,
Так ролевую тягу сорвало. Теперь уже никто никуда не едет. А если полезно ли? А я вам купил эту ласточку. За $100 получил головной боли на 5000. Да, это лихо. Вы не знаете, есть какое-то, может, годное СТО в этом городе? Электротехническое есть, но там какая-то постоянная лажа с запчастями, нужно со своими ехать. Капец. Что теперь делать? За городом есть старый амбар, знаешь? Нет. Ну, в общем, там на выходных разбирают автомобили. А, хорошо. Только говорят, что там автомобили краденые. Ну, я не знаю, я сам не был. Ну, за что купил, зато продал. Я понял, спасибо. На здоровье. Спасибо. От хлебзавода 2 остановки автобусом. Федор Ильич, да? А здесь где-то можно воспользоваться компьютером? Так, пожалуйста, вот. Чаю хотите? Нет, спасибо, я кофе люблю. Пожалуйста. Благодарю. Анна, я вчера прослушал, а где вы раньше работали? Я в Центре здоровья «Лесная тишина». Это частное медицинское учреждение в пригороде столицы. Да? А я не знаю такого учреждения. Уволились? Ну, можно сказать и так. И что же вы там натворили такого? Не понимаю вашей иронии. Так я не иронизирую. Получается, что вы променяли хорошо оплачиваемую работу в элитном учреждении на нищенское прозябание в нашей дыре? Ну, так сложились обстоятельства. Ну да. С обстоятельствами, к сожалению, не поспоришь. Аня, тебя там Полина ищет. Лучше пойти сейчас. Хорошо. Федор Ильич, а что там с погодой на завтра? Вы не смотрели? Нет. Да, Олечка. Опять? Слушай, ну почему вы не можете вдвоем это решить? Я на работе, я занят. Классно, что мы с тобой встретились. Это просто точно. Вообще. Но только опять спортбар? Боже, здесь что, так много фанов? Я без понятия, но я, например, футбол просто обожаю. Да ладно тебе? Да. Да ладно, сначала да? Самооборона, теперь футбол? Да. Как? Такое бывает. У меня папа заядлый болельщик, он просто меня пристрастил. Здорово, здорово. Здрасте, Сереж. О, Юлька, привет. Ой, все. Что, все? Это наш сосед. И что? Все доложит папе. Что он доложит? Ой, ты не парься, слушай. У меня папа нормальный чел. Пойдем гулять дальше. Верите. Давно у вас это сыпь? Да нет. Наверное, надо дать антигистаминное, да? Нет, на аллергию не похоже. Нужно позвать доктора Таранца. Слушай, хватит здесь командовать. И без тебя начальнику хватает. Андрей Михайлович. Что тут у вас? Пациент с неясной симптоматикой. Может, стоит определить его в инфекционный блок? Откройте рот. Да, переведите ее. Делайте, что заводиление сказал. Да, похоже, ты нажила себе врага. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь.
Это Анна Петровна, это моя младшая дочь Вера. Очень приятно. Мне тоже. А вы умеете заплетать косичку колосок? Просто мой папа никак не научится, а Юльке все время некогда. Вера, перестань. У Анны Петровны так, и выше крыши. Подержите, пожалуйста. Пожалуйста. Пойдем. Сейчас мы с тобой все сделаем. И заодно папу твоего научим. Это, между прочим, намного проще, чем оперировать прободную язву. А вы, Максим Александрович, смотрите внимательно. И у вас тоже все получится. Сейчас у тебя будет красивая прическа. Спасибо. Тетя Аня, у вас тоже есть дочка? Да. Только она уже взрослая. Взрослая? Ну, вы же такая молодая. У вас резиночка есть? Да. Вот и все. Я все понял. Понаехали тут. Это Величка. Первый день на работе. И уже во все дыры без мыла залезла. Боишься, что она тебя подсидит? Не бойся, она не такая. Угу. Много ты знаешь, какая она. Добрый вечер. Здравствуйте. Это вам. Вместо цветов. Спасибо. Вкусно? Замечательно. Итак, план на сегодняшний вечер. Осмотр живописных уголков Дубровина и ужин в хорошем ресторане. Что скажете? Ну, мне подходит. Только давайте я маму предупрежу, чтобы она не волновалась. Или, ладно, мы же ненадолго. Как скажете. А, только можно я попрошу, на всякий случай, номер вашего телефона? Нет, я не могу. Просто нас обокрали. У нас украли документы и телефоны тоже. Поэтому я... Мы исправим эту неприятность. В таких прекрасных глазах не должно быть и тени грусти. Пойдемте. Слушай. Марин, привет, это я. Ну, как там Вячеслав Федорович? Ну, смотри, в сознание он еще не пришел, но дыхание выровнялось и пульс стабилизировался, так что я думаю, что все будет хорошо. Сами-то вы как? Да нормально. Более-менее, если это, конечно, применимо к нашей ситуации. В общем, живем одним днем. Ничего нельзя прижучить этого Паяркова без помощи Войцеховского? Да, наверное, можно, мы просто сейчас ограничены в действиях. Марин, я тут устроилась в местную больницу. Медсестрой. И прежним местом работы назвала твою лесную тишину. Так что, если вдруг будут звонить, попроси, пожалуйста, администратора сказать, что у вас недавно работала Анна Величко. Ну и недавно уволилась, хорошо? Нет проблем. Решила юность вспомнить. Ладно, все, я лишних вопросов. Не задаю, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Спасибо, подруга. Давай, береги себя. Анна, разве вы сегодня дежурите? Да, мне просто еще нужно разложить таблетки. А вы вроде тоже сегодня не дежурите. Не дежурю, но и домой не спешу. Почему? Моей дочке 14. И что? У меня дома настоящая война. Между женой и дочкой. Причем по любому поводу. И каждый вечер кто-нибудь из них обязательно рыдает. А я уже, поверьте, не могу это ни слышать, ни видеть. Простите, пожалуйста. Просто мне очень знакома эта ситуация. Правда? Да. Моей Лизе уже 19.
И мы давно нашли общий язык. И вы обязательно найдете. Когда? Ну, подумайте, может быть, вы ограничиваете ее в действиях. Ну, не даете возможность самостоятельно принимать решения. Ну, какие, о каких самостоятельных решениях вы говорите? Наша Оля, она еще ребенок совсем. Да, да, да. Но, может быть, все-таки позволите ей проявлять себя в мелочах. Тогда и в важных вопросах она не будет воспринимать вас в штыки. Да. Не знаю. Может, вы и правы. Спасибо. Это не больница, а богадельня. Ни диагноз установить, ни лечение назначить. Женщина, не скандальте, пожалуйста. Больные отдыхают. Да? А вот мне тоже хочется отдохнуть. И сыну моему. Вот только он кашляет уже 4 месяца. Ничего не помогает. Ни лекарства, ни банки, ни массажа. Простите, а версию с аллергией рассматривали? Рассматривали. И никакие даже самые новые дорогие антигистаминные тоже не помогают. Только что были у врача, показывали свежие анализы. Ничего. Разводит руками. А пойдемте, я посмотрю вашего малыша. Ну, ну пойдемте. Пойдемте. Пойдем, 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 пойдем. По словам коллег, Анна Колесниченко взяла отпуск за свой счет, причем задним числом по телефону. Вот список звонков с ее телефона. Обрати внимание на Марину Климчук. Она и звонила последней. Уже обратил. И что? Это близкая подруга Анны. Работает главврачом в частном медицинском центре «Лесная тишина». 10 километров от города. В медучреждении. Частном. Они спрятали старика там. Поехали. Легкие, чистые. Покажите результаты анализов. Беги, одевайся. Да, сейчас. Вот, возьмите. Иди сюда. Да, какая-то аллергическая реакция. Или вы анализы на Гельминтов делали? Конечно, отрицательные. Давайте так, я выписываю вам один препарат. Принимайте его 3 дня. Думаю, результат будет. Держите. Хорошо, попробуем. Всего хорошего. Да. Все, пойдем. Пойдем, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаете, мальчик аглисты? Почти уверен. Из вас бы получился хороший доктор. Почему вы не пошли учиться в институт? Давайте не будем это обсуждать. Да, простите. Спокойной ночи. Доброй ночи. Доброй, здравствуйте. Слушаю вас. Скажи, приятель, а не поступал ли пару дней назад к вам Вячеслав Федорович Войцаковский? Это мой дядя, я был в отъезде, не сказали, что он может быть здесь. Но эту информацию вам может дать администратор, но он будет уже утром. Утром. А если мы попробуем решить этот вопрос сейчас? Хорошо, я узнаю. Узнай. Артур Геннадьевич, я прошу прощения. Что мы будем делать с Анной, когда ее найдем? Планшет заберем. И в тюрьму ее посадим. Лет на 15.
Не совсем понимаю, зачем такие трудности? Ведь мы могли бы, пока ваш дядя лежал в больнице, после инсульта зайти к нему домой и забрать картины, пока их не отправили в музей, инсценировать ограбление, а потом… Что потом? Что потом? Сидеть, как собака на сене, разыскивая подпольных коллекционеров, а потом не иметь возможности свободно располагать полученными средствами. Нет, это все скучно и неинтересно. Все должно быть легально. И Вильямс для этого прекрасно подходит. Я все узнал. Да. Такой пациент к нам не поступал. Пойдем дальше. Нам очень нужно знать, заезжала ли на территорию одна машинка. Получишь еще столько же, если поможет. Пойдемте. Жди здесь. Так точно. Привет. Привет. Где вы все ходите? С голоду умереть можно. Мамуль, привет. Новое платье такое. Ух ты. Да, нашла единственный приличный магазин в этом городе. Тебе купила переодеться. Ой, класс. Все в порядке? Да, Мария не звонила в Войцеховский, пока без сознания. Но жизненные показатели улучшаются. Ну так в чем дело? Скоро он придет в себя, мам. Все будет хорошо, чего ты? Только время работает против нас. И мой обман с документами может раскрыться в любой момент. Да и лето уже заканчивается, вам учиться нужно. Поярков нас ищет. Короче, я пойду поставлю чайник. Потом мы поедим и ляжем спать. А утром поговорим. Мам, может, я с Олегом поговорю? Он взрослый и умный. Мне кажется, если объяснить ситуацию, он поймет. Ему можно доверять. Не-не-не. Нам сейчас никому нельзя доверять. Кто такой Олег? А, это мой новый друг. Кто он? Кто? Это преподаватель. Преподаватель швейного колледжа. Сколько ему лет? Не знаю. Ну, сколько? Ну, 30, наверное. 30 лет? Что? Преподаватель. Лиза, он… Мне это не нравится. Мама. Что за старорежимные замашки? Ну, он хороший. Нет, даже… Нет, он замечательный. Кипит! Вот, есть. Да, это ее машина. Посмотри, когда она выезжала с территории. Кажется, она не выезжала. Давай, ты лучше погляди, лучше. Стоп. Это чья машина? Это нашего главврача, Марины Викторовны Климчук. А, запиши номер. Попалась беглянка. Молодец. Заслужил.
Марина Климчук. Анечка, прекрасно выглядите. Благодарю. А давайте сегодня поужинаем вместе. Я знаю, очень уютное местечко. Извините, не получится. Ну, а если завтра конец света, это ведь наш последний шанс. Извините. Доброе утро. Доброе утро. О, Светочка, это тебе, солнце. Прекрасно. Да-да-да. И на кружках, и на футболках печатаем. Ну, конечно. Приходите, до свидания. Кто здесь Лиза? А сама мы свобода тумкать? Я. Это тебе. Спасибо. А от кого? Доброе утро, принцесса. С тех пор, как вчера вечером мы расстались, я думаю о вас каждую секунду. Вы удивительны. Ни на кого не похожи. Это настоящее чудо, что мы с вами встретились. Анечка, ваш совет помог. Мы вчера разрешили Оле самой выбрать вещи в интернет-магазине. И дома было тихо. А вам ее вещи понравились? Представляете, да. А самое главное, жене понравились. Спасибо вам огромное. Простите, ради бога, мне просто сказали, что доктор Таранец пошел в манипуляционный. А я его видел в четвертой палате. Да, спасибо. Спасибо еще раз, Анечка. Ну что ж, Анна Петровна, я смотрю, сегодня у вас на редкость удачный день. От поклонников отбоя нет. Аня, у тебя там телефон. Меня кто? Не знаю, какая-то женщина. Ну почему мне всегда за всеми убирать? Слушаю. Аня, привет. У меня для тебя две новости. Плохая и очень плохая. Что-то с Войцеховским? Нет, нет, не волнуйся, с ним все в порядке. Я думаю, он скоро придет в себя. А что случилось? Администраторы уже звонили, спрашивали, работала ли у нас Анна Величко. Ну, она ответила, что нет. Это было еще до твоей просьбы. А кто звонил? Я не знаю. Мужик какой-то, он не представился. Наверное, Сенка. Какая же новость еще хуже? Вчера вечером. К нам в санаторий приехало двое мужчин, искали Войцеховского. Начальник охраны пробил машину по номеру, она принадлежит Бояркову. Это очень плохо. Я тебе больше скажу. Бояркова знает, что ты скрываешься на моей машине. Откуда? Один из охранников очень деньги любит. Показал ему видео с камер наблюдения, потом понял, что накосячил, прибежал ко мне, но все, дело сделано. Аня, я тебя очень прошу. Пожалуйста, избавься от моей машины срочно. Но ты же ее так любишь. Я же помню, сколько лет ты искала ее по автоаукционам. Ты пес не с этой железякой. Марин, прости. Не думай об этом и береги себя. Артур Геннадьевич, с ориентировками на машину Марина Климчук работает с самого утра и в нашей области, и в соседних. Я уверен, что самый поздний послезавтра мы ее найдем. Свободен.
Речка, а когда мне сделают укол? Когда положено, тогда и сделают. Идите, ждите в свою палату. Величко, ты себе что позволяешь, а? Я не знаю, как там у вас в столицах, но у нас не принято хамить пациентам. Да, я не права. Да и вообще, какого черта ты здесь торчишь? Разве это твое рабочее место? Вы меня простите, пожалуйста, я... Да ладно вам. Я и не обиделся у вас. Простите, у вас что-то случилось? Нет, нет, все нормально. Да вы не переживайте так сильно. Все устроится, вот увидите. Да-да, вы правы. Пойдемте, я вам укол сделаю. Пойдемте. Слушай, ну, молодец. Очень талантлив. Скажи. Спасибо. А вот и я. Не помешал? Нет, ну что, мы как раз обсуждаем ваш постер. Взгляните. Лиза, потрясающая работа. Я просто обязан пригласить вас на кофе. А вы не против, если я похищу ненадолго нашу принцессу? Ну что вы, ничуть. Только не забудьте вернуть ее вовремя, а то останетесь без афиши. Спасибо за цветы. Всегда пожалуйста. Идем. Девушка, которая еще вчера убеждала меня в том, что пьет исключительно чай, сегодня уже пошла пить кофе с другим. Почему я постоянно в пролете? Да потому что ты реальную жизнь строишь по принципу виртуальной. Это как бы большая разница. Слушай, а постер красивый. Фу. Может, вам помочь? Лиза, милая, простите, на посиделке с кофе совсем нет времени. Но давайте присядем. Позвольте. Телефон я уже сохранил в этот телефон. Вы можете меня набрать и проверить. Слушайте, я не могу. Очень даже можете. Лиза, я же сойду с ума без вас. У меня сегодня педсовет, а завтра собрание в области. А при помощи этого телефона я могу слышать ваш прекрасный голос и даже видеть вас. Соглашайтесь, принцесса. Ладно, уговорили. Или убедили. Спасибо, пап. Нет. Это вам спасибо. За то, что вы есть. Как-то не печально, но мне нужно бежать. Ну, бежать так бежать. Как же вы прекрасны.